Всем привет, с вами StealthPro, и сегодня покажу вам мод на лайкоблок для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляется настоящий лайкоблок, с которого может выпасть любая вещь. Вот так будет выглядеть лайкоблок, довольно прикольный блок, но в то же время строгий стиль. Ну давайте сломаем наш первый лайкоблок, с которого нам получается, или походу выпал стенка из гастов, да, или можно сказать башни именно из этих гастов. Ну давайте выключим этих гастов, ну переключив сложность на минимальную, и наши гасты пропали, чтобы они нам не мешали. Ну давайте сломаем второй лайкоблок, и нам дали пополнение сердечек. Так, нам поправили ХП. Нам что-то дали в инвентарь, но сейчас посмотреть, к сожалению, не могу. Так. Так, к сожалению... А, да, смотрите, нам дали блоки. Ой, блоки, вещи нам дали. Довольно прикольный лут. Ну, он очень будет полезен в режиме выживания. Также этот блок вы сможете достать в режиме выживания или сделать, в креативе. Вот. Точнее, найти в креативе или сделать в режиме выживания. Находится он вот за этом самом конце. Что ж, сломаем дальше. Так. Так, что у нас прибавилось? А, добавился летучая мышь, как видите. Ничего такого особенного, но все же какой-то положительный моб. Так. Смотрите, это просто класс. Летающие зомби-жители. Такого я вижу первый раз. Надеюсь... Это больше не повторится. Ну, я думаю, что вы это видите тоже первый раз. Да, довольно прикольная картина, но все же это выглядит как-то загадочно и сказочно. Лучше бы там летали ведьмы. Но, наверное, когда добавят ведьм, там будут летать именно ведьмы. Что ж, мы их убрали. Давайте поставим еще лайкоблоки. Так, сейчас у нас скоро закончатся эффекты. Так, опять нам выпали эти прикольные вещи. Так. Так, вроде добавились летучие мышки. Ну, нам сегодня просто везет, сказочно мы богаты. Вот, смотрите, что я хотел вам, да, вот эту функцию хотел показать. Если мы сломаем лайкоблок, у нас есть шанс, что мы заспавнимся на бегущем оцелоте. То есть, мы его как будто оседлаем. Давайте попробуем взять... Так, нет, он не хочет нас слушаться, но все же это прикольно. И очень клево выглядит. Поэтому мод очень шикарен. Но, опять же, как я всегда говорю, скачивайте этот мод. Так, нам вроде ничего не дали. Но, опять же, вроде прибавились мышки. Ну и... Мой дом, да, 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 мой дом залило лавой. Да, это очень прикольно. Прямо зашибись, и наш злотик умер. И наши мышки тоже потихоньку умирают. Да, вот такая печальная картина, но надеюсь, вы сочувствуете мне и хотите поставить за это лайк. Но ничего страшного, у меня есть карта восстановления, которую я могу запросто восстановить. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Thank you.